То, что мы видели в первой четверти, я думаю, что это был не тот Тунис, на который мы пришли посмотреть сегодня. Как бы это грустно ни звучало, но я думаю, что ЦСКА доведет эту игру до победы. Все-таки совершенно разный уровень игры мы сейчас наблюдаем. Ну, важно, что выиграли, тем более матч был за первое место в группе, ну, не то, что в чемпионате, и будем дальше еще, впереди еще тяжелые матчи, будем готовить в Барселоне.